прошел дирижерский форум. Он проходил 2 дня в Могилеве. Один из самых важных моментов этого форума прежде всего в том, что были представлены все регионы Белоруссии. Приехали руководители оркестров, учебных заведений всех регионов. Я считаю, что это важнейшее событие, которое произошло на уровне Беларуси. Это очень важно. Второй момент. Мне, могилевчанину, очень приятно в том, что высокие места получили могилевские оркестры русских народных инструментов. Форума в том, что прошли мастер-классы преподаватели по дирижированию из Москвы и Петербурга. Это вызвало огромный интерес участников форума. И самое интересное, что на этих мастер-классах присутствовало до 60 или 80 человек. Это вообще небывалая вещь. И следующее о том, что на этом форуме большое количество было представлено студентов, которые специально приехали, студенты музыкальных учебных заведений, приехали из разных городов Беларуси и собрались здесь, в Могилеве. Я окончил Могилевское музыкальное училище, я сам из города Могилева. И вот сейчас сегодня мне удалось прогуляться по городу. Я, конечно, очень рад тому, что город очень здорово изменился в лучшую сторону. Приведено очень много в порядок площадей, улиц. Он покрасивел, построен новый пешеходный мост. Он стал как бы лучше и современнее. Мне очень понравился. Очень награждается оркестр русских народных инструментов учреждения образования Могилевский государственный колледж искусств, руководитель Елена Васильевна. Я счастлива, что я работаю с талантливой молодежью и с моими замечательными коллегами. Наш дирижер, руководитель оркестра. Для нас эта победа очень большое достижение.